«Скандинавские сказания о богах и героях». Часть первая. «Сказания о богах». Путешествие короля Гюльфи в Асгард. Однажды, в те далекие времена, когда в Швеции царствовал мудрый и добрый король Гюльфи, к нему пришла из чужих земель никому неведомая странница. Она так очаровала Гюльфи своими дивными песнями, что он предложил ей в награду за них столько земли, сколько 4 быка вспашут за один день и одну ночь. Гюльфи не знал, что Гефион, так звали странницу, принадлежит к роду великих богов асов и наделена их чудесной силой. До того, как прийти к Гюльфи, она долгое время жила в стране великанов и Йотунхейме, где родила 4 могучих сыновей, принявших образ исполинских быков. Когда Гефион привела их из Йотунхейме и запрела в плуг, они оторвали от Швеции большой кусок земли и унесли его в море. Там он образовал остров, который стоит и поныне, и называется Силунд, то есть Зеландия. Удивленный Гюльфи стал расспрашивать Гефион о ее происхождении, услышав же, что она из рода асов, глубоко задумался, как велики и мудры должны быть эти асы, если все в мире вершится по их желанию, говорил он себе, но кто скажет мне, откуда берется их сила, нет ли над ними богов еще более великих, еще более мудрых, которым они служат и которые за это наделяют их своим могуществом. Так думал Гюльфи, и о чем больше он думал, тем сильнее росло в нем желание узнать истину. Наконец он решил оставить свой дворец и до тех пор странствовать по свету, пока не найдет асов и не получит от них ответа на свои вопросы. Чтобы никто не узнал, кто он такой, Гюльфи, который, как и многие другие мудрецы, постиг тайны колдовства, превратился из старикан, надел жалкое рубище, взял в руки посох и под видом бедного странника отправился в путь. Долго бродил по свету король Швеции, много разных народов перевидел, был и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке, но к кому он не обращался, у кого не спрашивал, никто не мог ему сказать, где находится Асгард, чудесная страна асов, и как в нее попасть. Так и вернулся бы Гюльфи домой, ничего не узнав, но сами великие боги, которые всегда всем известно, поведали о его путешествии и решили удовлетворить его любопытство. И вот однажды, когда Гюльфи усталый и уже потерявший всякую надежду найти тех, кого искал, одиноко шел полями, перед ними словно из-под земли вырос замок необыкновенной величины и красоты. Его крыша поднималась к самому небу и ярко сверкала на солнце. Приглядевшись, Гюльфи увидел, что вместо черепицы она выложена большими круглыми щитами, сделанными из чистого золота. «Видно, я уже пришел в Асгард», – подумал он. «Ни один земной царь не может быть так богат». Тут живут боги, и мои скитания закончились. Он приблизился к замку и увидел на его пороге какого-то человека, который так ловко перебрасывал из одной руки в другую 9 ножей, что 7 из них все время были в воздухе. Заметив Гюльфи, он отложил ножи в сторону и спросил шведского короля, кто он такой и что ему здесь надо. «Я бедный странник. И меня зовут Гангельри!» С низким поклоном отвечал тот. «Вот уже несколько дней, как я сбился с дороги, и теперь и сам не знаю, куда я забрел и как мне вернуться в свою страну. Я устал и ослабел от голода и жажды». «Хорошо, Гангельри, входи в этот замок и будь в нем гостем», — сказал человек с ножами. «Я отведу тебя к нашим королям. Они добры, и от них ты получишь все, что тебе нужно». Он встал со своего места и предложил Гюльфи следовать за ним. «Войти-то я войду, а вот удастся ли мне выйти?» Со страхом подумал мнимый странник, тревожно оглядываясь по сторонам. Они прошли целый ряд высоко убранных залов, каждый из них величиной с городскую площадь. И в каждом стояли длинные столы, за которым сидело великое множество разных племен и народов. Эти люди ели, пили или играли в кости и даже не заметили шведского короля и его провожатого.
Наконец, когда глаза Гюльфи уже устали от всего виденного, они вошли в зал и еще больше в роскошнее прежних. Посредине его стояли три трона, а на них сидели три человека величавой наружности. «Вот три наших царя», — сказал Гюльфи человек с ножами. «Того, кто сидит на самом низком троне, зовут Хар, сидящего на среднем троне – Янвхар, а на самом высоком – Триди». Тем временем Хар знаком предложил Гюльфи приблизиться и спросил его, кто он такой и зачем пришел. Тот повторил дрожащим голосом, что он бедный старик, что зовут его Ганглери, и что он сбился с пути. «Не бойся нас, чужестранец», — заметил его смущение, милостливо произнес Хар. «Входи в любой зал, садись за любой стол, ешь и пей, что хочешь, а потом ложись спать. Утром тебя проводят и покажут, куда идти, чтобы найти свою страну». Ласковая речь Хара ободрила мнимого Ганглери. И он, набравшись смелости, сказал: «Я уже несколько дней ничего не ел и не пил, я совершил длинный путь. Но сильнее голода и жажды, сильнее усталости, меня мучает любопытство. Позволь сначала задать тебе несколько вопросов». «Спрашивай, чужестранец», — ответил Хар, — «и пусть я не встану живым с этого места, если хотя бы один твой вопрос останется без ответа». «Спрашивай, чужестранец», — повторили за ним оба других царя, — «спрашивай, и ты узнаешь все, что хотел узнать». И Гюльфи стал спрашивать. Час проходил за часом, солнце начало клониться к западу, а он все задавал и задавал свои вопросы, и на каждый из них сейчас же получал ответ. Так он услышал о том, как был создан мир, как произошли великаны, боги и люди, как двигаются по небу луна и солнце, услышал о славных делах и подвигах асов, и о той жестокой борьбе, которую они ведут с великанами Гримтунсенами, услышал о страшных детях бога Локи, о волке Фенрисе и о предсказании пророчицы Валы. Услышал он, наконец, о последнем дне мира, о сумерках богов. Когда же он услышал это, внезапно раздался страшный удар грома, и он увидел, что стоит опять в чистом поле. И тогда Гюльфи понял, что цари, с которыми он говорил, были боги, и решил вернуться домой, чтобы рассказать людям обо всем, что он услышал во время своего путешествия в страну асов. Его рассказ передавался от отца к сыну, от деда к внуку, и наконец дошел до наших дней. А узнал Гюльфи вот что. Создание мира. Сначала не было ничего. Ни земли, ни неба, ни песка, ни холодных волн. Была лишь одна огромная черная бездна – Гиннингунгап. К северу от нее лежало царство туманов – Нифльхейм, а к югу – царство огня – Муспельхейм. Тихо, светло и жарко было в Муспельхейме. Так жарко, что никто, кроме детей этой страны, огненных великанов, не мог там жить. В Нифльхейме же, напротив, господствовали вечный холод и мрак. Но вот в царстве туманов – забил родник Гергельмир. 12 мощных потоков Эльвигар взяли из него свое начало и стремительно потекли к югу, низвергаясь в бездну Гиннингунгап. Жестокий мороз царства туманов превращал воду этих потоков в лед, но источник Гергельмир бил, не переставая, ледяные глыбы росли и все ближе и ближе подвергались к Муспельхейму. Наконец лед подошел так близко к царству огня, что стал таять. Искры, вылетевшие из Муспельхейма, смешались с растаявшим льдом и вдохнули в него жизнь. И тогда, над бескрайними ледяными просторами, из бездны Гиннингунгап вдруг поднялась исполинская фигура. Это был великан Ймир, первое живое существо в мире. В тот же день под левой рукой Ймира появился мальчик и девочка, а от его ног родился шестиголовый великан Трутгельмир. Так было положено начало роду великанов Гримтунсенов. Жестоких и коварных, как лед и пламя, их создавшие. В одно время с великанами из таявшего льда возникла гигантская корова Аудумбла. 4 молочные реки потекли из сосков ее вымени, давая пищу и миру его детям. Зеленых пастбищ еще не было, и Аудумбла паслась на льду, облизывая соленые ледяные глыбы. К концу первого дня на вершине одной из этих глыб появились волосы, на другой день целая голова, к исходу же третьего дня из глыбы вышел могучий гигант Бури. Его сын Бер взял себе в жены великаншу Беслу, и она родила ему 3 сыновей богов – Одина, Вилли и Ве. Братьям-богам не нравился мир, в котором они жили.
Не пожелали они сносить их господство жестокого Эмира, они восстали против первого из великанов и после долгой жестокой борьбы убили его. Эмир был так огромен, что в крови, хлынувшей из его ран, потонули все оставшиеся великаны. Утонула и корова Аудумбла. Лишь одному из внуков Эмира, великану Бергельмиру, удалось построить лодку, на которой он и спасся вместе со своей женой. Теперь уже никто не мешал богам устраивать мир по своему желанию. Они сделали из тела Эмира землю в виде плоского круга и поместили ее посредине огромного моря, которое образовалось из его крови. Землю боги назвали Мидгард, что означает «средняя страна». Затем братья взяли череп Эмира и сделали из него небесный свод. Из его костей они сделали горы, из волос деревья, из зубов камня, а из мозга облака. Каждый из четырех углов небесного свода боги свернули в форме рога, и в каждый из рог посадили по ветру – в северные Нордри, в южные Судри, в западные Вестри и в восточные Аустри. Из искр, вылетавших из Муспельхейма, боги сделали звезды и украсили ими небесный свод. Часть звезд они укрепили неподвижно, другие же, для того, чтобы узнавать время, разместили так, чтобы они двигались по кругу, обходя его за один год. Сотворив мир, Один и его братья задумали его населить. Однажды на берегу моря они нашли два дерева, ясень и ольху. Боги срубили их и сделали из ясеня мужчину, из ольхи женщину. Затем один из богов вдохнул в них жизнь, другой дал им разум, а третий кровь и румяные щеки. Так появились первые люди и звали мужчину Аск, а женщину Эмбла. Не забыли боги и великанов. За морем к востоку от Мидгарда они создали страну Иптунхейм и отдали ее во владение Баргельмиру и его потомкам. Со временем богов стало больше. У старшего из братьев Одина родилось много детей. Они построили для себя страну высоко над землей и назвали ее Асгардом, а себя Асами. Но и об Асгарде, и об Асах мы расскажем вам позже. А сейчас послушайте о том, как были созданы Луна и Солнце.